привет! Сегодня у нас еще один будет примерчик тайпа на примере манги Шинасека. Тайп на слухи. У нас тут звук, это был BC. Это у нас звук какого-то некого трюка, типа тада. Мы постоянно например, тада, это довольно-таки скучно. Так что иногда можно разнообразить свои звуки более узкими, так сказать, вариантами. Я, например, в этот раз напишу хобана. То есть я обычно писала все, старалась придерживаться более этого стандартных русских звуков, но, в принципе, кто мне запрещает придумать что-нибудь свое, да? Ну, не тоже свое, а более омолодели, что ли, этот самый звукописание. Потому что постоянно говорит там бам, блин, да, не так интересно. Тоже скибищ, допустим, был придуман совсем недавно. Звук скибищ придумали, представляете? А то будет тудыщ, там, тудыщ, что-то там будет. А то уже кибищ. Прикольно звучит. Так, прикольно и главное понятно. Так, ладно. Я тебе немножко не добила, ну ладно. Надо было сначала этот самый стиль звука сделать. Давайте начнем, вот этот пол уберем и твой бах поэкспериментируем. Нам нужно, значит, сделать стиль, похожий вот на этот. То есть нам нужно, во-первых, обводка черная, внешнее свечение и наложение узора. Наложение узора, у меня есть похожий узорчик, его. Вот типа такого, наверное, да? Да, вот такой. Это будет мой узорчик. Плюс ко всему я еще наложу наложение градиента. Градиент будет полупрозрачный. То есть здесь у нас будет не черный, а белый, во-первых. И давайте прозрачность будем устанавливать. Допустим, здесь у нас будет прозрачность 10%. Как он будет выглядеть? Ага, вот так вижу его. Давайте поменьше, вижу прозрачность 5%. Чтобы станет плюс. Ага, нет, ух, я все правильно делаю. Здесь у нас непрозрачность. А, то надо было 95%. То есть это 80%. Дальше у нас вот здесь будет непрозрачность, побольше, либо поменьше, точнее. Здесь у нас будет 60%, ставим еще одну. Здесь у нас будет снова побольше 80%. Здесь у нас прозрачность ставим 40%. Здесь еще меньше 20%. И здесь побольше 60%. Вот такой вот у нас будет. Как хочешь, так и перемещаю. Осталось только наклон сделать, применить. Узор я вижу, что он не такой четенький, как мне хотелось бы. Попробуем его изменить для более тянистый, более тянистый узор, который слишком тянистый. Ну, побольше, поменьше, слишком тонкий. А если вот такой, то он стал поменьше сделать. Вот. Тогда градиент немножко поменяется. Я поменяю прозрачность. Вот это ставим 50. Здесь ставим 40. Вот, уже получше. И здесь, наверное, сейчас поставлю ставить домики черные. Теперь мне нужно его наклонить, потому что у меня сейчас идет градиент горизонтальной линии, а мне нужно немножко наклонить его. Вот, скажем, вот таким вот способом. Да? Вот так. Окей. Цвет шрифта более-менее похож на оригинал. Чтобы он был лучше похож на оригинал, можно такой узорчик построить, создать самому. Но мне, в принципе, для английского перевода идет и такое. Его мы скопируем и наставляем в нашу поищу. Так, хобана осталось. Ба делаем дубликат. Здесь пишем на. Меняем разметчик.
Опа-на! Получился такой вот звук интересный. Это дело сохраняем и следующую страничку выучаем. Так, давайте, наверное, пока что на этом закончим, потому что такой особый такой сложный звук. 5 минут я его объясняла, как делать. На этом, значит, видяшка это заканчивается. В следующей видяшке будет еще один.